Однажды услыхал я наковальни звон из растворенных настежь у кузницы окон. Я заглянул, и вот что было сил, кузнец по гладкой наковальне молотил. Железо пруд краснее изгибался, еще удар, и молоток сломался. Кузнец работу не окончив бросил и в угол молоток поломанный забросил. В углу там беспорядочно железный лом был свален. «А много ли ты сломал железных наковален?» — ему вопрос задал я. И в ответ кузнец сказал, лукаво улыбнувшись: «Нет, об наковальню старую, браток, ломал я часто только молоток». Не так ли я подумал слово Божье? Веками били клеветой и ложью, но только понапрасно люди бились. Оно живо, а недруги разбились. Аминь.